Hey, yo, guys, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Sonic. Sonic Hedgehog 3. Манат, я теперь... скейтбордист. Только что на ваших глазах было как я... А ну-ка. А, не, ребят, супер режим, походу, включается только тогда, когда у нас битвы с боссом. Вон оно что. Так, ну хотя бы залезть. Сюда я могу. Это уже хорошо. Подожди. А, вон оно как ломает. А ну-ка, давайте попробуем. Нет, не пойму, подожди. То есть мне нужно определенное количество, ребят, монет, оказывается. Наверное, минимально это 50. Т-таймер. Потому что если так, я тогда буду использовать супер-режим в битве с боссами. Просто я не вижу минимум, типа ничего такого не вижу, чтобы не использовать. Окей. Блин, мне бы хотя бы шар какой-то энергетический. А, чем стук сильнее, тем лучше. Не, видите, я не могу превратиться. Сальдины, блин, медленно падают. Не сосульки, а сальдины. Типа от слова сардина. Я не хотел. И главная херня в том, что я не могу вернуть обратно. Понимаете, в режим обычного Соника.
То есть это как проклятие. Суперсоника и все. Но зато я теперь могу становиться суперсоником. О. Поехали. Отлично. Тейлс молодец. Хм. А что, мне больше ничего не надо, у меня есть вот. Двойной прыжок есть. Будет прикольно, если будет, знаете, такой момент, как оплава лавины. Ага, типа я, думаете, не вижу по-вашему? Ну, я, так сказал, остановил, чтобы запечатлить его. Хыхма. Это хыхма. Да ладно, с помощью этого можно открывать секретки с каким-то шансом. Нифига себе. Ну, мы выбрались из гор с вами на природу. А что вы еще хотите? Вы еще хотели что-либо? Извиняйте. Это вам не то. Ха, заметьте, сугробы мог раскидывать. Ничего себе. Как вам такие еще инновации? Не, вот это, знаете, мелочь, но приятно. Ну, по факту я сейчас с горы выйду. Это, знаете, кто-то с горы катится, а я в гору. И сейчас я понял то, что мне нужно было наоборот, в обратную сторону. Ну слушайте, с одной стороны мы с вами много монет собрали. Ладно, сохранюсь.
А что меня убило? Теперь я понял, что меня убило. А вот эта херня, ребят, если вы прыгаете, вы сразу умираете. Это тоже было добавлено, так сказать, в эту версию. Ну, даже в Sonic Mania это было. Чёрт, не допрыгиваю. Мне бонусы не надо, так как у меня уже все есть, что мне необходимо. Эдмонд, а почему ты здесь? Замечу, что мне урон не наносится. Ну, в плане, мне этот остался. Ну что, вот мы и с вами прошли второй акт. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... пока!